Глава Копейска Владимир Можин приступил к общению с копейчанами. 10 апреля он провел первый личный прием граждан. Эта форма работы в дальнейшем останется без изменений. Начало каждой недели отводится для встреч с населением. Первый и третий понедельник месяца можно записаться на прием к главе. А встретиться с мэром тех, кто записался, пригласят во второй или четвертый понедельник. Изменения коснулись другой популярной формы диалога с главой – прямого телефона. С апреля 2017 года изменилось время проведения день и время проведения прямого телефона главы округа с населением. С апреля месяца прямой телефон будет проходить ежемесячно, третий четверг месяца с 17:00 до 18:00. В это время жители могут задать свой вопрос напрямую главе по телефону 90-060. Свои вопросы копейчане смогут задать главе лично и на встречах в поселках. Подобные выездные мероприятия станут регулярными. Владимир Можин намерен объехать все населенные пункты Копейского городского округа и пообщаться с народом. 6 апреля он уже побывал на Кадровике. 13 апреля встретится с жителями поселка Горняк.